время выбирать машину. Ты можешь втиснуть себя в компактный автомобиль, оседлать рабочую лошадку или щеголять на пустой машине. Но времена меняются. Встречай новый Kia Rio. Эффектный дизайн, невероятный набор опций. Сделать такое мечтают многие. А мы их сделали. Для тебя. Сегодня. Новый Kia Rio. Машина твоего времени. Замучили запоры? Фрутолакс поможет ласково и нежно. Nokia предлагает вспомнить хорошую новогоднюю традицию. Обновлять свою жизнь, выкидывая все старое. Вот и Дед Мороз решил войти в Новый год обновленным. Принеси свой старый телефон в связной и получи скидку 1000 рублей на новый Nokia 603. С новым Nokia! Современный темп жизни не всегда позволяет нам чистить зубы после каждого приема пищи. Поэтому Блендамед создал зубную пасту Блендамед Комплекс 7 с ополаскивателем. Он объединяет в себе антибактериальную зубную пасту с ополаскивателем, чтобы очищать и защищать даже самые труднодоступные участки для полной защиты в течение всего дня. Впервые в России новый Блендамед Комплекс 7 с ополаскивателем. Улыбнись жизни, и жизнь улыбнется тебе. Черная карта. Будешь счастливой. Добиться сияющей игры цвета можно только в салоне, ведь только стилисты умеют профессионально смешивать тона. Новинка Сьюз Mixing Colors. Смешайте два тона, базовый и модный, и микс готов. Сияющий цвет полный переливов, как после посещения салона. А главное, Сьюз можно купить в обычном магазине и по привлекательной цене. Сьюз Mixing Colors. Профессиональное качество окрашивания стало доступным. Far, far, в каждой шоколадке Dove Promises свое волнующее послание. Какое из них выпадет тебе? Dove Promises. Мой шелковый шоколад. Это Opel Astra, обладатель премии «Бренд года в России». Автомобиль с фантастическим уровнем инноваций. А это невероятный драйв, который вы можете с ним почувствовать. Opel Astra. В кредит за 5000 рублей в месяц. Opel. Елейн-Маутус. Новая видеокамера Sony Handycam со встроенным проектором. Устройте увлекательный киносеанс для вашей семьи, где бы вы ни были. Sony Handycam PG-30. Кинотеатр, который везде с тобой. Сразу после сериала «Литейный» на НТВ.